Всем привет из нашего солнечного бункера. Дается прогноз на матч Зенит-Динамо. Динамо Марсовалички пока что только строится, хотя уже нашло, в общем-то, свою игру в атаке, но в обороне есть еще достаточно существенные сбои. Как минимум один центральный защитник не впечатляет, других пока что не подвезли. Так что у Зенита вполне неплохие шансы победить, тем более, что играть он будет в родных стенах при поддержке питерских болельщиков. Даже несмотря на фанайди, приходит поддержать Зенит достаточно много людей. Я ожидаю, что на этот матч придет 1030, а может даже и 40. Посмотрим. Во многом шансы Зенита будут зависеть от того, сыграет ли Венул. Если сыграет, то Зенит станет на порядок сильнее, чем в первую очередь он сам. Образца игр без Венула. Ну а если не сыграет, тогда, я думаю, будет примерно равный футбол. И, возможно, будет ничья. Но я думаю, что все-таки Славки Вендл выйдет. Потому что не до такой степени он растренирован, чтобы не выйти на поле вообще. Ну а если так, то значит у Зенита есть вполне шанс и вероятность победить с разницей в один мяч. Если так и будет, то команда почувствует в себе уверенность. И дальше вполне возможно тоже будет побеждать. Посмотрим.